центра отличается от обычной районной центральной больницы. В наших межрайонных центрах 24/7 организована работа специализированных бригад для оказания квалифицированной специализированной помощи. То есть там работают рентгенологи в круглосуточном режиме, там работают в круглосуточном режиме врачи-анестезиологи, реаниматологи, терапевты, хирурги, акушеры-гинекологи. Будем поддерживать наши центры, оснащать их необходимым оборудованием. Уже сейчас в каждом межрайонном таком центре имеются компьютерные томографы, новейшее оборудование, маммографическое, рентгенологическое, ультразвуковые аппараты, эндоскопическая техника. Наш центр создан для того, чтобы улучшить доступность и качество оказания медицинской помощи, сократить сроки транспортировки пациента, так как до нас ближе добраться, чем до Вологды. Мы оказываем медицинскую помощь жителям Усть-Кубинскому, Вожегодскому, Харовскому районам. Также мы оказываем медицинскую помощь при необходимости Верховашскому и Сямжинскому округам. В таких профильных отделениях, как терапевтическая, хирургическая, инфекционно-педиатрическая. В автобусе. Оказалось, тут больница, что отремонтировано, все красиво, все хорошо, персонал хороший, все хорошо относятся. Палата большая, так что мне нравится.